Итак, привет, ребята, меня зовут Таня, кто меня не знает, и в этом видео я вам расскажу, как открыть счет в Гугле, как открыть e-mail в Гугле. В конце я вам объясню, почему именно Google вам нужен. Столько много e-mail'ов, но именно Google я вам советую. Итак, открываем в браузере google.com, и у вас выскочит окошко вот с таким названием. Фотографии могут быть разные. Итак, я ввожу create gmail. Угу. Ну, у вас будет на русском, это значит зарегистрироваться в Google или создать email в Google. Итак, у вас откроется вот на русском языке. Для русского я выбрала вот здесь, вот видите, опция язык русский. Вводим здесь имя. Начинаем. Таня, фамилия вводим. Каждый пишет свое, да? Здесь мы выбираем имя, название имейла, которого мы хотим создать. Допустим, Таня он эй. Так, значит, если уже есть это название, мне имейл даст знать и покажет, что невозможно. Значит, здесь мне нужно придумать пароль. Видите, имя уже занято. Так, здесь вам описывается, какой должен быть пароль и все такое. Значит, день рождения вводите. Так, месяц ваш, год рождения, пол, я записываю женский. Значит, здесь нужно выбрать вашу страну, в которой вы проживаете, и указать, и выскочить вот значок. Я живу на Кипре, я ввожу свои данные, видите? Ввожу номер телефона, потому что это обязательно, они высылают туда код. Здесь тоже нужно заполнить e-mail, потому что если что-то случается, потом вас информирует по этому имейлу. Далее вводим сюда вот эти циферки. Нам говорят, что нужно ввести этот текст. Итак, далее. Так как я не заполнила здесь, и у меня это все, в дальнейшем здесь выскочит, что нужно пройти вниз, подтвердить, и имейл готов. У вас будет вот такое. Поздравляем, ваш новый электронный имейл готов. Ну вот, все. За 3 минуты я вам рассказала. Еще я вам подскажу, почему важен Google Email. Первое, надежность. Второе, вам нужен Google Plus. В дальнейшем я вам расскажу, зачем. Вам нужна будет аналитика. Без Google Email вы не сможете это сделать. Google Search – это поиск нужных слов и фраз. Hangout, это значит вебинары проводить вы тоже не сможете без Google имейла. И самое важное, это YouTube. Если вы хотите открыть канал в YouTube, вам нужен Google имейл. Вот, все. Вот дополнительно дополняю, что перейти на следующую страницу, вам нужно подтвердить agreement с Google. И второе, иногда приходит запрос на телефон. Смотрите. Страна. Далее. Сюда нужно вниз пройтись и нажать «Принимаю». Итак, мы открыли счет. Он у нас открыт. Подтвердите аккаунт. Мне подтвердить нужно будет счет. И мне сейчас на телефон придет код. Вот, уже пришел. И я его ввожу сейчас. This is the new message from Google with the text Google 810,827 want to send a reply. Все, я подтвердила. Итак, первое видео закончилось. Возможно, оно не получилось за 3 минуты, но будем стараться. Есть к чему стремиться. Идея в том, что записывать за 3 минуты самые важные моменты, которые вам нужны, и не растягивать это надолго. Итак, подписывайтесь на мой канал, потому что я буду выставлять 2 раза в неделю новые видео. Плюс задавайте вопросы и делитесь также этим видео. Я также буду разыгрывать призы и обращаться к вам с новыми идеями. Итак, пока-пока, с любовью к вам, Таня.